Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас битва гильдии. Как обычно, я люблю трэшевать, и сегодня я хочу побегать, попробовать на битву гильдии Махатму, поиграть и посмотреть, что она может, сможет ли она продержаться и сможет ли она реально соло пройти хотя бы одну расту. Я показал вам обзор на нее, что она может, а теперь время посмотреть, сможет ли она реально удержать урон на битве гильдии. Ради этого, как бы, я ее, в принципе, и качал, ради разнообразия прохождения. Сейчас мы это попробуем. Так, окей, сейчас я соберу чуть героев, чтобы не слиться совсем. Так, возьмем с собой дерево. Так, дерево есть. Фрейку, кстати, можно попробовать будет, которую я вам показал. На какой-то расте. Так, Бугимен. Ну, я не знаю, ворожей. Возьмем вместо ворожей Огника. На подстраховку поставим. В общем, идем тестировать двоих героев. Соло посмотрим, смогут ли они это сделать. Так, сюда поставим. Выживание где-то. А, 38 уровня выживания, я офигею. И поставим сюда вот так вот. Все, поехали, смотрим, что там у нас по растам. Там меня проходят. Сливаются. Блин, да у меня же герои стоят никакие. Так, 548, 507, 500. Это пропускаем. 519. Тут одного будем бить. 554. Давайте тут этого убьем. Так, смотрим. Фрея, Фрея, Фрея. Ну что, попробуем отсюда запустить. Сольемся, то сольемся. Ради этого, в принципе, у нас и тест. Ну, куда ты побежала? Ну, блин. Надо, чтобы она к лазули бежала. Не надо. Надо к Фрее. Фрея, беги. Вот дурында-то, а. Не туда бежит, куда надо. Блин, как это нам вытащить? Давайте попробуем туда через ворожея забежать. Видите, урон 600 тысяч, ее шатают. И надо все время кого-то бить. Надо где-то цель достать. Вечную. Видите, удары, все. Хорошо, значит, попробуем по-другому. Что если мы сейчас попробуем через Бугимена вытащить? Получилось, отлично. Голубя вытащили. Кидаем мохнаточку. Так, смотрим, что у нее по отхилу получает. Не, все равно убивает. Видите, она его убивает, сливает. Хорошо, поищем потом другого. Давайте ищем. Тогда в данном случае вот такой вот вариант. Смотрим, зайдет, не зайдет. Как раз Фрейка у нас есть. Как по мне, заходит очень, даже ничего. Она еще и шатает их всех. Так, ворожей, Фрея. Ой, и лазуля, это, конечно, было лишнее. Немножко не то, чего хотелось мне. Вот, отлично. Или не отлично. Блин. Получается, она как цель сейчас, печально все. Такое себе.
Ну, как видите, то есть тут пару героев. Да, ты тетушку. Не получилось. Жизнь, боль. Надо, видите, немножко где-то дальше искать. Ну, уже было 50% мне выходить. Ну, как видите, вообще заморочек над битвой гильдии нет. Даже если будет прокачка здания, я вам сразу скажу, что это не повлияет. Ну, на донатов, по крайней мере. На бездонатов это повлияет. Это прокачка. Так, окей, тут убили. Поехали на эту гильдию. Посмотрим, что тут у нас. Так, ворожей. Огник. Рай спрятано. Ну, давайте пробуем так, чтобы сразу же слить. Ворожей, правда, порежет сейчас и отхил немножко, но это нас не особо пугает. Главное, не слили на краса, ничего себе. Блин, что-то на битве Гиллиана мне не так нравится, как мы бегали везде. Ну, тут, соответственно, прокачки получше. Так. Надо будет все-таки ее собрать на уклон. Но видите, тут и Фрея все бьют. Не вариант. Хорошо, пробуем другой вариант. Пробуем Фрею. Чисто Фрею. Так, где бы нам так пришвартоваться? Удобненько. Так, отлично. Ну все, вроде процесс пошел. Опять побежала к Лазуликсу. Ну, да что ты сделаешь-то? А, это голуби побежали. Вот, отлично. Самое главное, до Лазуликса не бежать. Опять побежали. Ну, он все портачит вечно. Ну. Огник даже не настолько страшен, сколько Лазуля, потому что он ее полностью парализует. Так, ну слили. Хорошо, поехали. Ну, как видите, бабуля здесь реально такое. Ей надо как-то зацепиться, но, видите, все равно несколько героев бьют ее убивать. Ну, у нее дефа такого, как надо, нет. Как хотелось бы. Опять же, видите, я не теряю много героев. То есть битва гильдий по-прежнему даже с обновой будет не особо интересно. Так. Че, попробуем? Ну, я думаю, да, видите, вот. Смотритель уже ударил. Сейчас, наверное, ее шатанут хорошо. Ну, смотрим. Опять Фрея. Хотя, смотрите, чуть-чуть чудит. Нормас, нормас, тащи давай. Лазулю надо убить. Самое главное, Лазулю слить. Ой, красавица, ну чуть-чуть, чуть-чуть. Есть, Лазулик ушел. Отлично. Жесть. Я, честно говоря, в шоке с этой бабульки. Он чудит. Ай, смотритель. Посмотрите на отхил. Это просто ужас. Я не знаю. Я всегда мечтал о таком отхиле. Правда, на всех героях. Просто Unreal какой-то. 269 тысяч отхил, ребят. Считайте, по 300к отхил. Там у нас осталась Фрея. Ну, тут они сейчас ее около шматят, да. То, что я и ожидал. Ну, и выпускаем свою Фрею. И говорим ему до свидания. А, тут станище и башня есть. Ну, это ненадолго. В общем, вот так вот. Бабуля разобрала половину героев.
Так, окей. Еще один есть. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть еще на битве гильдии. Ну, как по мне, это два героя реально достойные. Так, хорошо, поехали дальше. 507, это тоже, по-моему, входит. Так, что у нас тут? Блин, как бы тут подступиться? Тут и стрелок есть. Попробуем сюда, и, конечно же, но это не точно. Не сольют, наверное. Да, дали стан. Так, ну пробуем еще. Видите, ей надо всегда цель, чтобы была, чтобы она заряжалась именно заряжалась. Так, ладно, кидаем фрейм. Не буду я уже заморачиваться, в принципе. То, что я хотел, я уже потестил героя, эти два, вот, и Фрей, и этот реально очень хороши. Ну, тут Фрейку, как видите, стрелок. Стрелок еще не теряет актуальность, я вам скажу. Очень даже хорош. Все. 1350. Так, и что у нас еще один? 502. 503. Ну, идем посмотрим, кто тут у нас. Так, такой вот вариант, да? Как думаете, сможем затащить таким вот составом? Уже 49%, ребят. 49. Ладно, трешуем. Поехали. Пробуем. %84. Так, и что мы имеем? 6832. Ну, мне чуть-чуть не хватило до 7000, но думаю, скоро мы это исправим. То есть вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.